Нет, это я, Кунилина. Вы своими комментариями весь Саратов на уши подняли. Вот я и приехала сюда, чтобы о них людям рассказать. Да, кстати, ставь лайк, если тоже хочешь отсосать Климкиной, но ходишь с ней в разные парки. Привет, ребята! Я Кунилина. У меня самая глубокая глотка в России. Видишь, я могу колбасу не такое делать. Я из Саратова, а ты откуда? Я из Москвы. Хочешь, научу тебя? Очень полезно, чтобы сразу больше съедалось. Хочешь, научу тебя? Самое... Да, чтобы быстро накушивался. Ну ладно, такие вы. Вы сытенькие, да? Это сытенькие, хорошие. Давайте. Я тебя узнала. Да, ты писю бреешь или с мохнаткой ходишь? Да что, вот знаете, у нее 5 лет, такое мохнатое там было. На Хагрида похоже, на бороду на его. Ну, бреешь? Я тебя узнала, ты че? Я Кунилин, ты меня не узнала, из Саратова. Ты же из Саратова, да? Нет. Нет? О. Слава богу. Да? Ну, ты бреешь таки, да? Ну, ладно. Я просто это-то, ну, ладно. Ну, я-то, ладно. Я думала... Привет, ты классная. Любишь попу? Что? В попу любишь? В смысле? Ну, в попу любишь. У нас в Саратове все в попу любят, даже Бурёна. Знаешь, скажу тебе что? Жопу надо мыть, чтобы баребухов не было. Девушка, отойдите, пожалуйста. Я сейчас уйду. Я тебе просто взошла. Простите, Простите, я говорю ей, жопу надо мыть, чтобы баребухов не было. Она что-то злится на меня. Я Кунилина, Кунилина из Саратова. Ну вы же со мной согласны? Вы согласны со мной? Надо же мыть жопу, согласны? Здравствуйте, они вот на меня злятся, а я говорю, что жопу надо мыть, чтобы баребухов не было просто, и все. Конечно могу, но вы со мной не согласны, жопу надо мыть, надо. Что злиться, я не понимаю. Здравствуйте, я Кунилина из Саратова. Да, ну давайте, не зли, а хотя как хотите, но жопу надо мыть, жопу мойте, пожалуйста. Ну не, жопу-то мыть надо, ну что же вы? Пожалуйста, я тебя очень прошу, ладно, я тебя сейчас попрошу кое о чем. Чего? Не надо вот этого всего, не надо бабушку лохматить, ладно? Что случилось? Не надо бабушку лохматить, пожалуйста. Нет, ребята, вы что тут книги продаете? Книги продаешь? Лучше предлагал людям на лицо сесть. Я тебе отвечаю. У нас в Саратове все так нормально поднимают бабла. Колбасы хочешь саратовской? Как зовут тебя, красавица? Я не хочу, я ничего, радость моя. Ну вот, началось. Я только деньги хочу. Так вот я тебе говорю, садись людям на лицо прямо. Ну, а что ты не села? А я сажусь. Знаешь, как умею? Вот. А что такого, смотри? Говорит, не узнал меня как будто. Приятного аппетита, сударь. Вот ему так под соседству. Раз присел на лицо и все, говорю, деньги полетели. Конечно. Привет. Здравствуйте. Говна попьешь? Нет? Нет? А что такое нет? Дай пятерину. Не, точно не хочешь? Ну ладно. Что-то никто сегодня говна не хочет пить. Странно. День. Эй, пацан! 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 Пс. Нелегального молока не желаешь этого? Молока не желаешь нелегального? Нет? Нелегальное молоко из Титьки не хочешь? А что, ты что? Посмотри, свежее, саратовское. Не надо тебе? Не пью. Молоко вообще не пьешь? Я не из Саратова. Ох, молоко ты нынче. Я могу тебя попросить, не лезь ко мне, а? Я тебе, пожалуйста, что. А я разве к тебе, вот душевненький мой, лезу? Я к тебе подошла, смотрю, сидит такой, пухлощекий. Думаю, дай молочка тебе предложу. Видишь, своего нелегального, и сиськи. Пососешь чуть-чуть молочко? Не могу. У нас вот сосут по 5 человек одной титьки, присасываются так и чмокают, не оторвать. Спасибо, спасибо тебе. У меня был запор, но теперь он исчез. Отлично, о, спасибо. Я не знаю, кто ты. Такой хороший, Кунилина из Саратова. Спасибо тебе. Был запор, исчез, я отвечаю. Я вчера послушала вас. Был запор, исчез. Да, да, это вообще, это золотой человек. Пипец, ты охуел на моего батю в копай класть, а? Не нормальный? Пожилой человек вообще-то. Ты нормальный? Он что, копай на шапку моему бате положил?
Ты думаешь, ты костюм одела, я тебя не узнала? Чокопай, вы что? Ты положил моему бате чокопай на шляпу, понятно? И думаешь, что ты, если одел костюм, то никто тебя не узнает. Пусть вы знаете, девочки, что это негодяй. Слухай, слухай, слухай. Ой. Еба ты отыгрываешь, я ебу нахуй бом-бом. Это просто бом-бом. Это просто бом-бом, еба ты отыгрываешь. Это сейчас было великолепно. Сделай еще пару раз, так трынь-трынь. О боже мой, это я ебу, это бом-бом настоящий. О, привет. Вот если бы она ко мне подошла, я бы ей уебал, вот прям без обид. Да. Вот если бы она ко мне подошла, уебала бы ей без обид. Прям реально. Вы о чем? Я вот о ней говорю. О ком? Да вон сидит. Вот без обид. Это зачем говорите? Я вижу, ты сидишь, грустишь. Я думаю, мне надо высказаться. Подхожу и говорю, понимаешь? Куда ты? Ты что, обиделся? Я же не тебя уебать хотела. Не, ну вы представляете, он ушел, сейчас обиделся из-за того, что я хотела уебать. О, привет, ребята! Привет. Как говорится, на грудь срать, не огород копать. Согласна. Ты шикарная, как всегда, да? Скажи, шикарная, да? Рада вас видеть. Шикарная, как всегда. Все, давайте. Сосать он не готов, да? Настоящий пионер всегда готов. У нас в Саратове все так делают. Я из Саратова. Ты из Саратова? Я из Саратова. Я же говорю, а что говоришь, сосать не готов? Готов? Готов. Привет, ты классная. В попу любишь? У нас в Саратове все в попу любят. Я Кунелина из Саратова. У нас даже Бурена. Что случилось? Ты плачешь? А ну не плачь. Что все случилось? Давай я тебя обниму. Иди сюда. Моя ты, что случилось? Тебя кто-то обидел? Нет? Не грусти, пожалуйста. Знаешь почему? Потому что все это проходит. Да все фигня, все пройдет. Слышишь меня? Это я тебя ждешь? Пройдет. Все-все-все пройдет. Зайка, ты что? Конечно, все пройдет. Ничего, все проходит. Нормально. Станешь еще сильнее и лучше. Я тебе сегодня подарю кучу счастья. Вот сейчас прямо на тебя напосылаю этих кучу лучиков счастья, чтобы ты не грустила. Пожалуйста, и все будет хорошо. Вот, улыбайся, так лучше. Не забывай. Ты такая красивая, тебе не стоит грустить, не стоит.